Всем здорова, дорогие друзья, с вами опять Герман, и как всегда все по-старому, играем в рыбалку. По советам в комментариях я решил попробовать подлещика половить на вот этой локации на озере. Просидел где-то, ну, чуть меньше суток. Честно скажу, я зря потратил это время, у меня вообще не получается. Хотя я прекрасно знаю, что эта рыба нужна для отвара. Если я ее не разловлю, то с отварами у меня будет очень плохо. Но я решил пока подзабить на него, я не знаю. Может быть, разряд у меня не сильно подходит. Может, еще что-то. Ну, короче, я не знаю, дорогие друзья. Я попер опять на Ахтубу. Нет. На Амур. И буду ловить здесь. Я еще просто пью чай и ем конфету, так что вы меня простите. Сегодня был очень тяжелый день. Я сегодня много чего сделал по дому, поэтому немножко подустал. Так, достаем опять свои снасти. Ну, короче, я ж тут же отобрал на икру, поставил несколько штучек. Во. Так, 6-6-1. И закинемся. Ну, то есть... Я половлю касатку опять. Я не знаю, вам, наверное, уже не интересно смотреть, как я ловлю касатку. Я это, конечно, понимаю. Ой, я не туда пришел, не на ту локу. Надо сюда было. Так, кстати, надо настройки звука убрать, а то вам будет сильно громко. Ой, так, 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 так. Что хотел сказать? Хотел сказать, что уже, наверное, вам не интересно смотреть, как я ловлю. Ну уж извините, пока что так. Потом я перейду на черного леща. Просто сейчас у меня нету. У меня сейчас нету этого. Короче, наживки, кусков рыбы у меня нет. Если бы они были, я бы уже ловил. Потому что я хочу быстрее апнуться и быстрее свалить отсюда. Ехать на чавычу, ловить чавычу. У меня для этого спиннинг есть. Единственное, мне надо будет ухи поднабить. Но я, наверное, буду на чавыче без ухи пока сидеть. Буду ее так ловить. Ну, короче, могу сказать, что пока что туда путь не закрыт. 33 разряд надо. В принципе, на черном леще поднимаешься быстро. Но вот это, я же говорю, единственная проблема, нужна наживка. А с наживкой пока беда. Если бы подлещик клевал, вот так как здесь касатка клюет, блин, я бы только на нем и сидел. Но у меня с подлещиком вообще все грустно, вот отвечаю. Просидел, две рыбы только поймал, или три там. Это вообще, ну, сами понимаете, это ни о чем. Смысл-то этих рыб. Они просто ничего. Здесь я хоть денег заработаю себе, и плюс еще наживки, хоть кусков немного. Так, кому интересно, могу сказать. Начал снимать второй сезон Террарии. И уже записал, по-моему, 2 или 3 серии. Записываю заранее, потом буду выкладывать как-нибудь. Либо на неделе, либо на выходных. Ну, короче, как-то буду я выкладывать. Может быть, в какой-то день будет рыбалка не выходить. А я буду выкладывать Террарию, которую снял на выходных. Поэтому сильно там, как бы... То, что вы мне будете советовать, я смогу выполнить только на следующие выходные. По-другому никак. Только так. Блин, даже не дают даже закинуть третью удочку, потому что клев идет, сами видите, на убой. И сейчас идет зачет. Я очень рад. Огромное спасибо людям, которые советовали ловить именно здесь. Идет много зачета. Много зачета. Сейчас, наверное... С кусками вообще мне не сильно тут пофартит, потому что в основном идет зачет. Но это даже лучше, потому что я заработаю себе денег. Деньги мне немножко, наверное, важнее, чем куски на данный момент. Хотя, с какой стороны посмотреть? Куски — это, в принципе, опыт. Ну, таких я сразу надо выпускать. Вот этих, кстати, тоже. Быстренько. Нефиг их держать. Они все равно только место в садке занимают. Блин.
Надо как-то поближе подвинуть удочки, что ли. Во. Все. Получилось. Закинул все в яму в одну. Можно теперь спокойно ловить. Вообще, конечно, не люблю, когда поплавки так разнобой стоят. Мне больше нравится, когда они все ровненько, как на одной поверхности, красиво. И рыба клюет. Но сейчас мне это заниматься таким искусством у меня нет времени. Меня сейчас больше сейчас интересует клев рыбы. Вот, еще одни куски. Кто знает, где можно еще куски половить, кроме подлещика на озере, блин, посоветуйте. Потому что хочу прокачаться. Я, если что, я качнусь на леще без вас. Просто потом видео продам его. И уже мы с вами сразу же стартанем, поедем на чавычу. Просто я понимаю, что касатку никто не хочет смотреть. Ну и вообще смотрят только те, которые действительно тем людям нравится видео. Поэтому те люди смотрят. А так остальные просто обычно выключают, если касатка там или что-то. Ну, такое уже не сильно интересное. Когда одно и то же это. И вот тоже вот минус, да, вот рыбалки. Как бы вот когда вот так вот раскачиваешься и все остальное. Интересно людям смотреть, там, как ты начинаешь, как что, как у тебя там получается, не получается. А потом, когда у тебя уже вот доходит до примерно до такого момента, когда ты должен посидеть на одной рыбе, где-то, не знаю, ну, по реальному времени пару часов. Да даже какой пару часов? Больше. Ну, короче, чтобы продвинуться, надо хотя бы, я не знаю, день игровой порыбачить. Ой, игровой, реальный. Не сразу, а так вообще постепенно. И тут начинается ступор видео. Что снимать? Вот у меня, допустим, такие ситуации по рыбалке не раз были. Вот что показывать людям? Люди хотят чего-то нового. Турнир? Какой турнир, если мне сейчас надо кач, да? Показывать опять третий раз, как я ловлю эту рыбу одну и ту же. Я вот тоже вот не понимаю. Будут смотреть там от силы там преданные подписчики, которые там, допустим, просто нравятся мои видео. Допустим, человек там, я не знаю, сколько у них там, 10-15. Все. Все остальные просто не будут смотреть. И как бы труд ушел, уходит. Но понимаете, да, у меня сейчас времени вне видео играть есть только на выходных, поэтому на неделе будут вот выходить вот только так. Только такое, одно и то же, можно сказать. Там лещ или еще что-нибудь. Поэтому вы там меня сразу извиняйте за это дело. Ну, я буду вносить немножко разнообразие террарии. Я надеюсь еще. Ой, сейчас. Секунду. Ой, чуть конфета не подавился. Надеюсь. Террария внесет разнообразие. Сегодня еще хочу записать парочку серий. Тоже не толкаться там вокруг да около в террарии, а вот действительно тоже там проходить немножко потихоньку. Но, в принципе, вот эти сегодня две или три серии сделал. Они как бы там не одно и то же, там, в принципе, разное. Поэтому я думаю, вам будет прикольно посмотреть, как мы дальше там продвигаемся, как что. Тем более вы мой мир не видели. Я до армии там очень классно расстроился. Ну, посмотрите. И буду потихоньку играть. Но тоже, как бы, время надо. На все нужно время. Сейчас, тем более, вот сейчас огромная проблема. Вот, особенно для меня. Так как я живу в поселке. И плюс еще летсплейчик, я снимаю видосы. И понимаете, да, что я уже как бы взрослый, уже работаю. То у меня нету времени на игру вне видео. Вот, допустим, как некоторые, да, там поиграли, показывают там, а, смотрите, я там вот это заработал, я там это сделал, посмотрите, вот я там этого добился, вот как, я вам сейчас расскажу, как легче, понимаете, вот это да, когда человек посидел часов 10, поиграл, и он прошел там, я не знаю, 7 кругов ада и понял, что вот этот круг, допустим, легче всего. И он уже показывает, рассказывает, как что. Конечно, такое поинтереснее посмотреть. Но у меня так не получится. Поэтому сразу предупреждаю. Но еще что же, надеюсь, может быть, русская рыбалка это
Давайте, наверное, поставим цель, я не знаю, надо какие-то цели ставить, или вы мне будете. Давайте так, вот сейчас как раз половина видео. Кто досмотрит до этой половины видюшки, вот как раз в середине, самое четенько. Навряд ли все, каждый человек, навряд ли кто-то смотрит полностью мой видос, по-любому пролистывают все. Так вот, короче, половина видео. Самый первый, кто услышит это, может поставить мне цель. Ну, то есть, выполнимую давайте в пределах там двух, там, трех игровых дней цель. Я буду выполнять цель какую-то. Так будет, думаю, поприкольнее смотреть. Ой. Видео буду там что-нибудь делать, я не знаю. Ну, какую-нибудь действительно нужную, которая для меня будет нужна. И чтобы было тоже интересно посмотреть, как я это делаю. Короче, вот так вот, давайте. Кто досмотрел до этого момента, сразу вот первый человек, кто пишет про цель, тот все. Я, короче, ее делаю. Потому что этот человек посмотрел видосик до половины. Ну или пролизнул, попал на этот момент, ему просто повезло. И он может мне сказать: Герман, там, допустим, сегодня у тебя цель, ну, короче, там, поймать там рака, да, там 500 штук. Я там, рака ловлю. Или там еще там что-нибудь. Ну или это я буду делать как, ну не знаю, короче, посмотрим, но цель пишите. Потом, только давайте ж так, не кидаем там, не засыпаем меня, сделай то, сделай то, сделай то, нет. Вот один самый первый напишет, все, этой целью я буду заниматься там какие-то дни. Потом уже другие, когда будут, уже когда выполню, тогда уже в каком-то фрагменте видео я также скажу, и кто-то еще напишет. И вот так вот, думаю, будет поинтересней. Хоть что-то будет прикольное, а не так, что все одно и то же. И, наверное, следующее видео, завтрашнее, которое будет, я, наверное, буду ловить живца. Наверное, на озере. Что-то мне хочется живца потаскать. Но я тоже еще так не сильно уверен в этом. Но, наверное, будем ловить живца, потому что живец тоже мне нужен. В дальнейшем пригодится. Но вообще, гляньте, нормально идет касатка это. И по деньгам так. Она будет нормально. Угу. И по кускам. Куски тоже будут. Куски — это тоже хорошо. Это мелочь, блин, клюет. От мелочи проку вообще никакого. Ее надо выпускать. Так. Извиняюсь, звонят. Итак, дорогие друзья, позвонил друган, пока с ним болтал. Ловил рыбу. Задолбался, но наловил полный садок касаточки. Так, давайте выйдем отсюда, чтобы она не клевала. И начнем. Хотя, что начнем? Давайте опять я на паузу поставлю. И когда уже все это порежу, повыпускаю, тогда уже продолжим дальше. Итак, я, короче, выпустил рыбу, которую не нужно было. Кусочки нарезал. Давайте посмотрим, сколько кусочков получилось. Кусочки рыбы. 135. В этот раз я, по-моему, еще больше нарезал, чем в прошлый раз. Но рыбы зачетные поменьше немножко, чем было тогда. Ну ладно, от этого я сильно не расстраиваюсь, потому что мы сейчас с вами идем все-таки на черного леща. Так, ой, не туда я заехал. На черного леща будем ловить леща. Ой, блин. Эхолот. Батарейка быстро садится на эхолоте вообще. Так, тут у меня есть ямка. Сейчас я вам покажу. 5.40. 5.55. Нет, это не моя. А может моя, сейчас я гляну. 5.45 у меня, короче, ямка должна быть моя. 5.45. 5.55. Нет, это не та. Вот, 5.46, вот это моя ямка. Давайте ставим 5.46 и начнем здесь ловить. Я вам говорю, у меня вот здесь, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, у меня здесь лещ вообще идет нормально. Вот, видите, уже пошла поклевка. Плюс также ауха
Или ауха, как ее правильно? Ауха, наверное. Так, пока глубину выставим. 5.40. Ой-ой-ой, ну уже все, поздняк метаться. Проиграли поклевку. Так, с 5.46. И еще одну удочку. И сейчас начнется самое интересное. Начнется клев. Блин. Напрягает меня вот эта поклевочка такая. Ну так обычно ухо клюет в основном. Ну все, теперь можно ловить где-то 135 черного леща и вообще не париться. Можно поднимать себе разряд. В принципе, а потом его продавать. Все. Кстати, насчет холодильника. Подскажите мне, зачем здесь нужен холодильник? Здесь рыба продает, пропадает. Ее нельзя долго в садке держать. Просто если я, допустим, вот так вот ловлю, у меня рыба остается в садке. Она ж, наверное, может пропасть, и я ее не смогу потом продать. Вы мне это скажите, люди, потому что я ж не знаю. Я вот так вот могу, знаете, не выпускать рыбу, не продавать, а потом она вот так вот бах и пропадет. И я останусь с носом. Поэтому прошу, кому не трудно, напишите в комментариях, рыба пропадает или нет. Если она через какое-то время пропадает, тоже напишите период примерный, через какое время пропадает рыба. Там через там день реального времени. Ну короче, лучше за реальное время пишите, чтоб я примерно знал. Или за игровое. Хотя, наверное, лучше за игровое, по сути. Если ты не в онлайне, наверное, рыба не пропадет, мне так кажется. Или все равно. Ну, короче, кто что знает, то и напишите. Потому что холодильник же здесь не просто так. Или, может быть, он просто добавляет размер садка, там не 300, 400 будет. Ну, короче, напишите мне. Я это не знаю, поэтому хочу узнать. Загорелся, мне интересно. Но сегодня выходной, я, короче, вне видео доловлю черного леща. А пока что, я думаю, на этом пора заканчивать. Больше, ну, я думаю, вам не интересно смотреть, там, как я ловлю этого леща. Буду потихоньку его также ловить. Ну и все. Короче, всем огромное спасибо за внимание. Всем огромное спасибо за подсказки, за советы. Александр, это Тула 2071.ru, который мне все это подарил, подогнал, обеспечил деньгами и снастями, тоже огромный респект. Большой палец вверх за Александра, за подписчика, за моего. И вообще, всем до скорых встреч. Пока-пока.